Страшна невысказанность, невыговоренность, когда под кожей соднят осколки, а их не выковырять, не выцарапать, не образумить нельзя нисколько. Внутрь замурованные события кричат отчаянно: «Мы забыты, мы из истории можем выпасть, выпусти, выпусти!» Комком у горла встают страдания, мы словно сдавленные рыдания, мы так надеемся на нашу высвобожденность. Выскажи нас, выскажи нас! В серебро взламывая, взывают замыслы, внутри нам тесно, там истерзались мы. Слова прекрасные, но не пророненные, кричат: мы заживо похороненные. Поступки смелые, но отложенные, кричат: мы заживо замороженные. И все ошибки, грехи припрятанные, внутри колотятся, как припадочные. То, что не высказано, забудется, а что забудется, то снова сбудется. Грызет раскаяние, мне надо вырваться. Я была крошечным, теперь я выросла. Печаль, невысказанная вовремя, в потемках воет: хочу, на волю я. И плачет радость, совсем не радостно. Все ваши чувства, они обкрадываются, когда вы думаете, что ум показываете, тем, что и радости не высказываете. И шепчет нежность: меня стесняются, друг с другом грубостью изъясняются. Зачем вы прячете, друг друга мучая, не только худшее, но и лучшее? Страшны скрываемые болезни и неминуемо убивают, но даже нежность смертельна, если ее скрывают. Начните исповедь, хотя бы исподволь. Вы попытаетесь начать, попробовать. Когда всецелый бывает исповедь, то получается, что это проповедь. А мы стесняемся, как напраслены, не только страшного, но и прекрасного. Любви стесняемся, молодечествуя, и прячем даже любовь к Отечеству. Но я не верю в такую искренность, в неочевидная недоказанность, когда простейшая трусость высказаться играет в тонкую недосказанность.